Всем привет! 25 сентября на телеканале «Россия-1» состоится премьера нового сериала под названием «Катерина». По сюжету Катерина Климова попала в детский дом после того, как ее отца посадили за убийство ее матери. Повзрослев, она осталась работать в детском доме, но однажды ее неожиданно увольняют, и Кате приходится срочно уехать в незнакомый город, где ей выделили квартиру. Однако новое жилье оказалось совершенно непригодным для жилья, и работу Кате найти никак не удается. Отчаявшуюся девушку без денег и крыши над головой спасает заведующая местной больницы Вера Павловна. Вскоре Катерина знакомится с ее сыном Вадимом, который предлагает ей работать няней в его семье. Кажется, наконец-то впервые в жизни девушке улыбнулась удача. Однако путь к настоящему счастью оказывается гораздо труднее и длиннее, чем Катя могла себе представить это ранее.